Желтые плиты с узорами теперь будут под ногами анапчан. Многие не задумываются, зачем они нужны. Для тех, кто воспринимает наш мир только на ощупь, это очень важная вещь. Тактильная плитка указывает направление, предупреждает об опасности и позволяет людям со слабым зрением передвигаться без сопровождения. Отличается от обычной тротуарной плитки по цвету, рельефу и структуре. Обладает противоскользящими свойствами. Выкладывается по улице Крымской, оборудуются пешеходные переходы и оборудуются остановочные павильоны. Для того, чтобы люди, кто слабовидящие, могли свободно ориентироваться в нашем городе, чтобы облегчать им передвижение. Работы выполняются по программе «Доступная среда», участником которой наш город стал наряду с другими муниципалитетами края. Финансирование консолидировано из федерального, краевого и местного бюджетов. Подрядчик компания «Конвентстрой» из Твери проводит работы по укладке такой плитки уже 10 лет и реализовала целый ряд объектов по всей России. Список мест, где нужна тактильная плитка, составлялся с учетом пожеланий общественной организации инвалидов по зрению. В первую очередь по маршрутам передвижения незрячих. Планируется оборудовать 48 пешеходных переходов и 10 остановок общественного транспорта. Уже частично адаптированы и будут дальше продолжаться адаптироваться остановочные павильоны для инвалидов по слуху. Уже есть светофоры. 6 километров плитки выложат в обе стороны улицы Крымской. Если не помешает погода, все работы должны завершиться к началу февраля.